Всем привет, мы до сих пор на отдыхе. И знаете, я решила не тянуть с видео об уходе за волосами. Я знаю, что многие-многие из вас ждали такого рода видео. И даже я могу передать привет моей тезке Жене. Она моя подписчица, и она постоянно просит меня, чуть ли не под каждым видео, пишет в комментариях, что «Женя, ты обещала снять новое обновленное видео об уходе за волосами». Сейчас, конечно, пользуюсь моментом тем, что я на отдыхе. Я решила делать себе маски тут для волос различные, поухаживать. У меня появились новые средства для волос. Мексиканская косметика, очень классная, профессиональная. Я хочу вам показать ее. Это мексиканская косметика Nutrapel. Это продукция необычная тем, что это мексиканский бренд, и Мексики нет ни в Европе, ни в Азии. Соответственно, он имеет определенную эксклюзивность, этот продукт. Качество крутое, и цена доступная очень. Запах, вы не представляете, какой вкусный запах. Такой у меня шампунчик для сухих, ломких, поврежденных волос. Он очень интересный, еще он контролирует вьющиеся волосы. Потом у меня есть восстанавливающая маска, Керактив Маск. В ней аж 360 миллиграмм, она очень большая, здесь очень много продукта. И поврежденные, ломкие волосы, собственно, что у меня происходит с кончиками. Еще у меня есть Керактив Пьюр, оно как молочко, термозащита. И Керактив Протект, это двухфазная термозащита. Еще одна термозащита. Я люблю термозащиту. Я постоянно, потому что пользуюсь утюжками. А также у меня есть ампулы с сывороткой для интенсивного восстановления. Вот я как раз таки их сегодня и буду делать. Я пока не могу сосредоточиться и сесть, и снять отдельное видео об уходе. Конечно, продуктов у меня для волос накопилось очень много. Ну и вот хотела вам показать самое такое основное, что у меня есть. Мы купили Саре большого китана дубного. Она на нем покаталась один раз, и все, не хочет больше. Вот так детям всегда покупаю, они что-то очень хотят, им покупаешь, и все, а потом им ничего не нужно. Они один раз покатаются на нем, и потом валяются или поиграются в ту или иную игру. Мы уже накупались, я такая вся растрепанная, и сейчас Вова зовет меня кататься на горке. Он придумал в этот раз кататься задом наперед. Варенья. Да, это джем. Опять нам джем принесли. Но это потом. Сначала яичко. Сколько барашков. Всем привет. Вот мы и вернулись домой. Очень устали. Котенок по нам скучал, за ним смотрел дедушка все время, пока нас не было. Очень утомила нас дорога, потому что трассу сейчас строят, и жуткая пробка. Сара! Какой он игривый, это кошмар. Он постоянно играет, кусает, и постоянно хочет кушать, и бегает за ногами, и руки кусает. Да, Сара, твой друг? Ой!
Царапается, аккуратней. Вот. В общем, ужасная пробка на дорогах, и мы, наверное, часа три ехали. Лучше, конечно, возвращаться среди недели, наверное, в будние дни. Когда возвращаешься в выходные вечером с Копчега, это какая-то жесть полная. Вот, приехала домой, и здесь меня ждала посылочка с одеждой. Ай, по волосам! Я сейчас вам покажу ее. Это сарафан длинный, кстати, очень приятный, с разрезами по бокам, с ремешком. А также такую прикольную футболку с кошаками. Туничка-вышиванка, удлиненная, попку прикрывает. Мужу заказала рубашку. Но она ему чуть не очень понравилась. Говорит, такая ляпистая. Заказала себе белую рубашечку тонкую. Вещи недорогие, дешевые. Чистенькие, да? Ага. Как ее погладь. Хочу еще показать, что мне на днях доставили. Это два таких прибора от Babyliss. Это новая усовершенствованная плойка с ионами. Это новая, в общем, плойка, обновленная версия. И вот такой гаджет для того, чтобы плести жгутики, косички, делать такие интересные прически. Вот вверх, вниз. Сюда вставляются пряди. И, в общем, все это прикольно делается. Да, Сара? Вы еще спрашивали, где я покупала подставки под кисточки. Я делала обзор на Sedona Lace, и это просто обычный чехол для кистей. Travel, который нужно, можно брать с собой, хранить в нем кисти, но я его разделила на две части, он отстегивается и просто туда поставила свои кисточки. Что же сейчас происходит в нашей жизни? На самом деле, из-за невероятной адской жары в Алма-Ате мы перестали строить дом, потому что это невыносимо. На участке нам очень тяжело в такую жару что-либо делать, и мы с мужем решили пока подождать, чтобы себя не мучить. Эту неделю мы практически ничего не делаем. Ездим то на Копчега, то дома валяемся, дочка ходит в детский сад. Я перечитала 50 оттенков серого, на 50 оттенков темнее. Я призналась недавно в Инстаграме, что я даже фильм не смотрела, и наконец-то я посмотрела фильм. И он мне очень понравился, и я не знаю, почему он мне так понравился. Мне, во-первых, понравился актер, и фильм сам необычный, и, не знаю, мне очень понравился фильм, понравился конец неожиданный. Когда она сказала «красный» в конце, я сразу скачала себе и первую часть, и вторую книгу, перечитала их вот на этой неделе, и вот хожу вся в тумане, потому что я полностью в этой книге поглощена ей. Мне это состояние не очень нравится, потому что я летаю в облаках сейчас. В такую жару неохота даже снимать видео, потому что даже если я включаю кондиционер, все равно безумно жарко. Поэтому, я не знаю, мы целый день ничего не делаем, по вечерам оживаем, пока у нас стопор из-за жары невероятный.